Всем привет! Как вы знаете, не так давно мы сделали курс по подготовке к GMAT, и часто студенты меня спрашивают, каким образом я набрал по GMAT 770 баллов. Выполняю просьбу, и сегодня я расскажу историю о том, как я сдал GMAT на 770. Более того, это даже будет две истории, одна более короткая, другая более длинная, с моралью. Короткая история. Ну, как я сдал GMAT? Взял, заказал книжки на Амазоне, заказал official guide, три основных книги, заказал еще одну книгу, здесь мы покажем, по которой готовился по verbal части, поготовился 6 недель, чисто по выходным, часов по 8, по 10, записался на экзамен, попробовал сдать сначала пробный экзамен, у меня был балл 740, после этого подготовился еще столько же, пошел, написал экзамен, получил 770. Вуаля! Здесь еще стоит добавить, конечно, какую-нибудь рекламу про приложение, которое я скачал, или вот еще какое-нибудь волшебство, которое на самом деле не происходило, которое не так повлияло на результат. А теперь длинная история, где я расскажу, что действительно повлияло на результат. И начинается она занудно буквально еще 20 лет назад, когда я стал заниматься олимпиадами по математике в начальной школе. А потом я стал заниматься олимпиадами по математике в средней школе и ездил на областные олимпиады. Потом я стал заниматься программированием, ездил на всероссийские контесты. Потом я поступил в МГИМО, учил там 4 года английский язык, занимался в клубе дебатов, ездил на дебаты по всему миру, даже на чемпионат мира по дебатам съездил. Потом я учился в Америке год в Италии, чисто на английском языке и чисто жесткую математику. После этого я пошел работать в McKinsey, где я работал на тот момент уже 2 года, работал в основном за границей, то есть на английском языке, применяя все время навыки аналитического мышления, которые как раз и нужны для GMAT-а. И после этого я пошел, купил книжки, записался на экзамен и сдал его, и получил 770. А мораль всей басни заключается в том, что наскоком не получается набрать высокие баллы. Тот, кто говорит обратное, явно будет врать. Нужно потратить много времени, нужно инвестировать много времени в подготовку, чтобы получить высокий балл по GMAT. У меня получилось, что подготовка была вся моя предыдущая образовательная жизнь. Конечно, не все ботали математику в детстве и занимались английским. Но не всем, наверное, и нужен высокий балл по GMAT. Часто бывает, что там, например, 600 баллов хватит. Но если так, то, наверное, ничего полезного вам больше сказать не могу. Сдавайте, получайте и идите. Если у вас также бэкграунд был очень сильный, и вам нет необходимости сильно готовиться, то тоже пользы от меня не очень много будет. Польза будет, если у вас не было пока много подготовки по математике и английскому, но при этом балл по GMAT нужен высокий. И вот здесь я вам дам совет, даже несколько советов. Первый совет, конечно, самый основной и простой. Нужно ботать. Нужно потратить очень много времени на подготовку, и тогда у вас результат будет постепенно расти вверх. Не быстро, потихоньку, но будет расти. Есть, кроме того, несколько лайфхаков, которые вам помогут эту подготовку оптимизировать. Конечно, у вас не получится сдать GMAT без подготовки, SMS, регистрации и тому подобное. Обещать это не буду. Но кое-что оптимизировать можно. И об этом я расскажу. Расскажу сначала об оптимизации балла, который вам нужно получить. И этому посвящу как раз следующее видео. Так что до встречи. Если вопросы будут, пишите. До связи.